Ребята, всем привет! Сегодня, ребята, я буду играть в игру Туалет Вар. Погнали! Да, ребят, наконец-то вышла новогодняя обнова. Сейчас я буду играть. Так, ребята, я убрал, чтоб, ребята, было все слышно. У меня много очень кейсов. Просто я не хочу эти кейсы открывать, я хочу, ребят, накопить премиум кейс. Да, ребят, у меня есть вот такие три скина. У меня есть скин на обычного камерамена, есть вот такой черный спикермен, ребята. ТВ-мена, ребята, мне не надо, у него способность добавления, способность быстро бегать. Да, ребят, вы знаете. Также большой камерамен я решил не покупать способность, но у меня есть вантусмена, которого я буду играть сейчас. Да, ребят, у меня есть также большой спикермен, но я сейчас буду играть за вантусмена, который, ребят, летает. Да, полет, способность полета у вантусмена. Сейчас, ребята, я буду искать кейсы. Погнали! Вот, кстати, все мои персонажи. Это у меня есть, ребят, камерамен обычный, спикермен обычный, ТВ-мен обычный, вантусмен, кстати, полет у него. У меня есть большой камерамен, большой спикермен, но большого ТВ-мена нет. Ладно, буду играть за вантусмена, так как у него есть джетпак. Погнали! Кстати, ребята, напишите в комментариях, какая по вам игра лучше. Кстати, новая карта, ребята. Сейчас, ребята, я быстренько перезайду, потому что новые карты там очень сильно может лагать. Сейчас я перезайду. Вот, ребята, я перезашел на другую карту. Вот, ребята, я сейчас я перезашел на другую карту уже. Сейчас, ребята, я буду играть за вантусмена буду играть. У него, ребята, у меня как раз уже целых две способности. Это плюс способность полет. О, сразу повезло. И там кейс, ребята. Пожалуй. Ну, блин, ребята, жаль, конечно, что не премиум кейс. Ребята, а то повезло. Ладно, заберу. А мне не буду забирать. Итак, у меня же много кейсов. Потому что вообще не хочется. Вот только премиум кейсы. О, скибиди-кот, ребята. Вау! Винтовка крутая. Не, это то есть АК-4. Если что, ребят, где, куда мы идем к боссу, туда там, ребята, и скибидисты, ребята. Ой, все. УЗИ прям вот это, ребят, АК-4 очень сильно. Кстати, у меня есть способность полет, ребят. Полет я использую на боссе. Если у меня будет мало скибиди-кот, ребят, кучу скибидистов, так как они появляются босс. Если, ребят, босс какой-то вообще, там скибиди-пила или там скибиди-ученый какой-то будет, то, ребята, я... Если еще... Но я его без проблем убью, когда мало будет хп, я сразу подлечу, чтобы легче было. Ой, тут большой скибидист, ребят. Кстати, ребят, добавили нового босса, это G-Man 2.0. Да, ребят, кстати, добавили три новых персонажа измененных. Но у меня сейчас патроны, ребят, закончатся. Меня убьют сейчас. Ладно, мне надо найти кейс. То эти скибидисты, ребят, у меня очень мало хп. Кстати, ребят, чтобы похилиться, у меня тут, ребята, по карте все разбросаны аптечки. Я могу ими похилиться. И, ребят, вылечить себя. Ну да. Если что, полет, ребята, я потрачу на боссе. Но когда он побежит на меня, если это там какой-то скибиди-пила будет, то, ребят, я истрачу на него полет. Но, ребята, да, просто у меня очень мало хп сейчас. Я еще тем более за вантусмена сейчас сыграю, ребят. Просто хотелось ему, потому что способность, кстати, у нас есть. Этот уже гонится, надоел. Нагнаться за мной. Сейчас он меня убьет. Блин, ребят, о, кстати, много чипов дала. Сейчас, ребята, я возрождусь за рекламу. Сейчас, ребята, быстренько возрождусь. Сейчас дойдет, и я поставлю видео на паузу. И, ребят, снова возрождусь. И побегу убивать босса. Сейчас быстренько линия дойдет. Кстати, нам далось много чипов. Это плюс уже. Это уже плюс. Так как, ребята, нам нужны чипы. Но мне нужно накопить миллион. Я хочу большого ТВ-мена купить. Сейчас быстренько все. Да, ребят, я решил перезайти. Почему-то, ребят, просто реклама не включалась. Давайте, ребят, я лучше вот так вот перезайду. Надо, ребят, кейсы мне какие-то найти. Но главное найти премиум кейсы, ребят. Просто я хочу, чтобы мне выпал Титан Камерамен 2.0. Да, ребят, добавили Титанов 2.0. Блин, ребята. Ладно, возьмем АК-4 обычное пока. Кстати, ребят, тут есть еще мифическое оружие. Ребят, о, аптечка, ребят, это аптечка, я знаю. Да, ребят, если вы накопите, ребята, где-то под этим видео, ребят, вы наберете где-то
я не помню, ребят, ну где-то целых 2000 лайков. Моя цель, ребята, это добить 1000 подписчиков к Новому году. Ну, ребят, уже Новый год, прям почти скоро. Ребят, Новый год, это очень круто, что почти скоро Новый год. Так, сколько вообще времени? Время даже... Ладно. Вон там, кстати, босс, ребята. Кстати, нам сейчас могут скибидисты не попаться и босса мы уничтожим. Но я не хочу драться с этим обычным этим АК-4. Не хочу даже драться с обычным АК-4. Я хочу драться какие-то крутым стрелять. О, босс там где-то. Не, ну может по дороге. О, какое-то эпическое оружие. Но УЗИ точно мы не будем брать эпические. Ну да. Блин, это дробовик, а дробовик вообще не может. Это что, да, опять дробовик, ребят, да что ж это такое? Я очень хочу, чтобы мне выпал сейчас какой-то кейс. Главное, ребят, чтобы получить какого-то там персонажа, я хотел, ребята, еще вам показать что-то в туалет вар, кстати. Тут обычное почему-то оружие. Может, я какие-то пропустил. Ну, я не понимаю. О, ребят, вон босс. Тоже интересно. Ребят, скибиди-катана. Но я могу подлететь, я вам покажу. Кстати, вантусы не работают. Давайте уничтожим этих скибидистов. Сейчас я их покажу. Вот, ребята, его способность. Это круг из вантусов. Главное, чтобы не урон не нанесли. Скибидист. А, его убили? Вот босс, ребята, скибиди-катана. Нам сейчас я покажу способность его полета. Все, скибиди-катана нагрелась на вас. Подлетаю, ребят. Вот, кстати, он летать умеет. Вау, ребят, как имбово. Это имбовый персонаж. Все, убил. Мы только что сами, ребят, видели, как я за вантусмена просто подлетел, ребята. И начал уничтожать скибидист. Да, ребят, просто я хочу купить себе кое-какую оружку. Так, кейсов под рядом нету. Я постоянно, когда убиваю босса, я... Кстати, я постоянно начинаю как-то его... Начинаю я постоянно бегаю там и кейсы ищу. О! Ребят, прикиньте, мифическое оружие. Какое-то интересное. Это пистолет. Ну да, взгляду, это уже видно. Что... Ну да, это пистолет. Ладно, все. Я пошел спасать ТВ-мена. Давайте, ребят, еще сейчас еще одну катку сыграем, ребята, и буду уже с вами прощаться, так как скоро, ребят, уже... да, ребят, сколько вообще время сейчас? 18:11. Все. Кстати, Вантус, кстати, почему-то на джетпаке. Он лайк ставит. Тут много чипов. Так, сейчас, ребята, реклама будет. Все, ребят, я убрал. Так, больше так. У нас больше, конечно, жаль, нету, но, ребята, если... Вот, ребята, очень сильно хочу, давайте я, так как вам и обещал, давайте еще одну катку сыграю, и все, ребята, буду уже прощаться с вами. Я, ребят, хочу еще себе купить. Просто, ребята, у меня еще немного уровней, и я, блин, вот такая вот карта, конечно. Ну, ничего, может, проверим, что на этой карте вообще... Карте ничего интересного. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем, ребята, удачи. Спасибо, кстати, что посмотрели это видео. Всем пока-пока. Кстати, давайте, ребят, по приколу еще подлетим, ребята. Вот так, кстати, он летает, ребята, вон тут с вами. Всем пока-пока. До новых встреч, ребят. Всем пока-пока.